Если у вас нет дачи и вы живете в городе, но у вас есть тяга к садоводу и огородничеству, в этом году в Казани вы сможете реализовать свои стремления. В городе откроются сразу два общественных огорода. Они будут в Салават-Купере и Горкинско-Метевском лесу. Казанские семьи здесь ждут через неделю выходные. Под руководством наставников можно будет научиться основам земледелия и потом собрать свой урожай. Это абсолютно бесплатный социальный проект, который может высадить любые там, не знаю, растения, цветы, ягоды, а осенью вместе собрать урожай. Поэтому на следующей неделе мы запустим открытую заявочную кампанию, туда подаются наши будущие огородники, это может быть и дедушки с внуками, и бабушки с внуками, и там и всем составом семьей, папа, мама и два ребенка. Общественные огороды станут лишь частью событий всероссийского проекта «Большие семейные выходные». В республике он стартует 11 мая в Казани. За два дня пройдут более 20 мероприятий. В городских музеях и библиотеках откроются тематические семейные выставки и мастер-классы, будут соревнования и концерты, а на площади тысячелетия состоится чествование трудовых династий. Вообще 90% семей по результатам опроса показывают, что совместные семейные мероприятия, они являются объединяющим, связующим звеном. Но при этом только 37% могут себе, ну так скажем, иногда просто вместе с семьей выйти погулять. И вот поэтому задача больших семейных выходных еще и с тем, чтобы показать семьям, что вместе можно не только погулять, но и посостязаться в каких-то соревнованиях, пробежать марафон, поучаствовать в играх и пройти мастер-класс. Затем эстафету больших семейных выходных примут города и районы республики. Везде готовят свою уникальную программу с местным колоритом. Мероприятие мы хотим провести 8-9 июня и будем называть «Сокровищница народной культуры». У нас в Буинском районе компактно проживают татары, русские, чуваши. Когда семья занимается вместе с детьми рукотворным творчеством, я считаю, что семья получает новую традицию и получает теплоту и энергию от этого творчества. В принципе, насыщенная жизнь ожидается на территории города летом. Хотелось бы также акцентировать, что 1 июня будет обширная программа «День защиты детей» по всему городу, и готовится большой проект, творческий проект, большой фестиваль на базе Татнефть-арены будет проходить. Семейные мероприятия будут идти все выходные до конца лета. В Казани их проведут еще раз в июне и июле. В августе тематику семейных праздников посвятят предстоящему Дню Республики. Дмитрий Ирин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.